могу, потому что был занят. Ну там, учебой, уроками и тому подобное. Плюс мне не хватало времени, чтобы занять свой инструмент в кавычках. Ну, сами поняли, что. И поэтому я не успевал делать эти видео. Я хотел две серии заснять по Майнкрафту, все такое, Блокстрайк. Я только сейчас вспомнил про рубрику музыку, как только скачал новую музыку и решил выпустить шестую часть. Ожидать ее можно было буквально вот, в пятницу или в субботу. Ну, короче, на протяжении этой недели и следующей. Также у меня появится новая рубрика, которая будет называться «Вопрос-ответ». Там мы будем разбирать вопросы, и я буду отвечать на них. Надеюсь, вам понравится такая рубрика. Поддержите ее лайком. И да, не забывайте подписываться на каналы, которые у меня выносятся в сносочке. Короче, поняли, да? Да? Вот. И также, как будет это воспроизводиться рубрика? Вы будете комменты писать в комментарии. Тьфу. Ну, это, в принципе, понятно. Вот. И я буду смотреть комментарии, а потом это выкладывать в рубрику «Вопрос-ответ». Надеюсь, вам понравится, и спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем до встречи и всем пока.